Suzuki One One в нестандартном исполнении, на карбюраторе стоит нештатное переднее колесо, широченное просто. Вот где-то, если там по песку и так далее ездить, это будет отлично, но по каким-то прям, если бровкам, то он очень будет цеплять и уводить, ну, именно по дороге вот ездить немножко некомфортно, слишком ширина большая и руль, соответственно, будет утягивать. Я думаю, что на машине также. Чем шире колесо, тем больше будет уходить во всякие бровки. Резина, как всегда, у нас старенькая, но отличная. Стоит нештатный выхлоп. Сзади барабан, спереди диск. Нештатные стоят грипсы, руль. Ну и, в принципе-то, и все. Один ключ, 27 тысяч пробега и нештатные зеркала маленькие. Вот такой симпатичный парень вид имеет. Для тех, кто любит где-то покататься, именно там пески, болота, то вообще отличный вариант. Люди, которые покупают такие мотоциклы, особенно кто берет вот на охоту себе, тот говорит, что отличная техника, лучше, чем обычный эндуро. Проезжает очень далеко. Так, запуск через сцепление. Запуск без подсоса. Конечно, для охоты такой выхлоп не пойдет, слишком много внимания. Ну так, покататься, конечно, интересно. Японцы вообще фанатики всякого такой штуковины. Вилка у нас сухая, чистенькая, пыльники под замену. Тормозной передний, выработка процентов 20. Остаток колодок, еще жирный сезон, точно можно взять.